В Елабужском институте КФУ состоялся гала-концерт традиционного студенческого фестиваля «День первокурсника». Здесь собрались лучшие из лучших. Те, кто предан творчеству, как себе. Итак, дипломантами конкурса стали факультеты иностранных языков, экономики и управления, а также психологии и педагогики. Почетные призовые места заняли факультеты юриспруденции, инженерно-технологический, факультет филологии и истории. Гран-при фестиваля выиграл факультет математики и естественных наук. Гала-концерт закончился, но эмоции еще долго будут греть тех, кто был на сцене. Следующим этапом для всех участников станет концерт в Казани. Сегодняшнее выступление было на высоте. Наш факультет получил гран-при. Это самое крутое место, которое только можно помечтать. Я под эмоциями. Было все шикарно. Всем факультетам желаю удачи на студенческой весне в 2017 году. Спасибо. Было круто. Каждый из них искренне желает друг другу удачи, ведь она наверняка им понадобится. Это просто сверхэмоция, это не просто эмоция, это такая любовь, это любовь к танцам, любовь к факультету. Мы так долго к этому готовились, и мы добились своего. Мы рады, что все закончилось именно так. Аделя Мухаметшина, Универньюз.